Всем привет! Сегодня мы будем готовить плов на большом казане и на очаге. Вот для плова нам нужны будут вот следующие ингредиенты. 0,5 килограмма лука, 1,5 килограмма моркови, 0,5 литра подсолнечного масла, специи по вкусу, зра в основном. Можно добавить айву, мы будем готовить из болгарского перца, добавим по вкусу, и яблоко. А также на 2 килограмма риса мы возьмем 2 килограмма мяса. Ну что, поехали? В казан вначале наливаем подсолнечное масло. После мы кидаем морковку, чтобы проверить, готово ли масло. Можно не только морковку, можно и лук. Так что поехали дальше. Следующий этап, после того, как мы проверили готовое масло, выкидываем морковку и закидываем мясо. В нашем случае это 2 килограмма мяса, будем готовить, потому что на 2 килограмма риса. Вообще, в идеале готовить из баранины, но мы сегодня решили из говядины. Далее добавляем щепотку соли и лук. Далее у нас идет морковь, нарезанная соломкой. Заливаем в воду. Добавляем для аромата болгарский перец и яблоко. Можно еще также добавить айву. Ну, у нас сегодня будет из яблока. После того, как все это покипело, добавляем важнейший ингредиент, это рис. После того, как кинули рис, добавляем еще воды и закрываем крышку, ждем, когда рис немного подойдет. Добавляем специи, зыру.
Ждем, когда выкипит вода, от 15 до 30 минут, и наш плов готов к употреблению. Всем приятного аппетита! До новых встреч!